Ненецкий округ получил ежегодный транш из федерального фонда ОМС в размере 3 миллионов рублей. Эти деньги должны помочь привлечь в регион порядка 6 врачей. Напомню, согласно федеральному закону, врачи в возрасте до 45 лет имеют право получить единовременные подъемные в размере 1 миллиона рублей при переезде на работу в сельскую местность. Половина этих денежных средств поступает из федерального бюджета, половина из региональных. Несмотря на столь весомую поддержку, наш регион продолжает испытывать кадровый голод. Как привлечь медицинских работников, в Заполярный край обсудили на заседании администрации округа. По самым оптимистичным прогнозам, с учетом софинансирования из регионального бюджета, федеральные средства помогут привлечь в округ 6 врачей. Однако на деле в нашем регионе эти подъемные в полном объеме не осваиваются. Между тем, населенные пункты округа сегодня нуждаются как минимум в 3 медицинских специалистах. В связи с этим на заседании администрации было озвучено предложение увеличить долю софинансирования подъемных из окружного бюджета, чтобы увеличить привлекательность нашего региона на фоне других. Вопрос ведь даже не в деньгах, они дело не в том, что миллион это много или мало, дело в том, что сегодня они считают, что не очень привлекательно работать в селе одному врачу одному специалисту, у них теряется квалификация. Глава региона Игорь Кошин дал поручение, чтобы на базе представительства округа в других городах специалисты провели анкетирование среди выпускников медицинских вузов с тем, чтобы понять, что думают о переезде в арктический регион молодые врачи. Очень скоро смогут получить колоссальную поддержку при кредитовании окружные предприниматели. Администрация региона подписывает соглашение с агентством кредитных гарантий. Оно успешно работает в 82 субъектах России и выполняет задачи Федерального фонда для гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса. Основная цель – поручительство за предпринимателей перед банком. Ни для кого не секрет, что доступ к кредитным ресурсам для предпринимателей на сегодняшний день очень ограничен, потому что это должно быть в залоге имущества, это должна быть очень хорошая финансовая история. А агентство задача именно развить доступ к кредитным ресурсам предпринимателей. В числе гарантийных продуктов агентства – обеспечение исполнения контракта, пополнение оборотных средств, предоставление гарантий на инвестиционные цели и прочее. Банком-партнером у нас в регионе выступит Сбербанк. Все гарантийные возможности агентства на территории округа будут реализовываться через фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. Новая система заработает буквально на днях. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».